два пальца. То есть примерно на два пальца выше. А, ну, мало того, что два пальца, он получается напротив следующего верхнего позвонка находится. Значит, мы должны растягивать выше. Вот что мы сейчас будем делать с поясницей. Ну и с грудным отделом тоже. То есть логику еще раз повторяю, да? Позвонок вышел в эту сторону. Мы туда его подтолкнули, с этой стороны чуть выше. Растянули. То есть вот растянули, подтолкнули одним движением. Вот таким надо сделать. Ну и, соответственно, и в противоположную сторону также. Вот, это одна логика, сейчас запомните, на все наши приемы, как я говорю, 128 приемов у нас, да, но вот смысл у них у всех примерно один. А дальше у нас мы используем, собственно, тело человека как рычаг, либо свою руку, одну как рычаг, другую как толчок, толчковая. И, соответственно, все наши приемы, вот видите, обозначены вот такой скобкой, это подготавливающие приемы, массажные, да, по ступеням, по тряхиванию, поколачивание, вибрации, да, это вытягивание, тракции, это выжимки, это работа с фасциями, с релизингом, чтобы размять мышцы, да, растереть, согреть, расслабить, да. А дальше вот идет с пятого пункта, это вот мы сейчас займемся, уже к мануальной терапии относится. Тракция, это вытянули, да, вытяжение, дошли до преднапряжения, опять А. Преднапряжение уже, это как бы дальше функционально не двигается, да? 5Б подталкивание, то есть мы как бы чуть дальше подталкиваем. И сама правка, мобилизация, траст, ну траст дословно это хруст, это мы уже идем за предел. То есть мы до какого-то предела дошли, дальше подтолкнули, назад не возвращаемся, а только вперед. И вот в этот момент уже будет хруст, будет траст. Да, траст. И если сложный отдел позвоночника у нас, допустим, поясница или шея, как я говорил, да, они страдают из-за того, что меньше зафиксированы в теле человека, то мы еще человека дополнительно оставляем на вытягивание, на покачивание, на релакс. Еще минут 5 примерно оставляем его на какую-то релаксе. Так, ну давайте, друзья, приступим к конкретной работе, практически, да. А если вы не с нами, то зря вы не с нами. По видео многому не научитесь, тем более много нюансов просто выпадает из внимания. А здесь мы вам поставим руки.